путь. Спасибо. Чат-бот включил. Музыку еще не включил. А, Discord, да? Hello, guys. Привет всем. Слышал, в Дискорде нормальные люди, а этот трубку берет. Слышал, нормальные люди заходят в группу. В группу? Ничего себе. Подожди, а я тебя не слышу, кстати. Скажи что-нибудь. Раз. Мне почему-то мои наушники тоже не работают. Раз, раз. Мои наушники трогал, да? Я как понимаю, ты их отсоединял? Да, но у меня они теперь не определяются на компьютере. Ну, вот я че попал. Уже. Вообще звука нет. Звука нет, кстати. В смысле нет звука? Скажи что-нибудь. Раз, раз. Работает все. Скажи что-нибудь. Раз, раз. Слушай, а я начал слушать это. Ага, я понял. Я понял, я, скорее всего, в Дискорде у меня стоит стоит. Все, теперь слышишь меня? Почему так выглядит все тихо? Я слышу себя хорошо. Музычку надо. Shift F3. Нет, 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 нет. Я не хотела к тебе присоединяться. Я хотела, чтобы ты опять ко мне присоединился. Или будем твой мир проходить? Может, понял, точно. Ты что, дальше пошел? Ну зачем? Я же... Ну вот. А так я тут не приходил даже. Ну так ты... Потом пройдем. Ну ладно, пройдем заново с тобой. Играет тут неизвестный стен. Привет! Юра, пойдешь с нами? Меня лучше слышно? Здесь хорошо слышно. Не грусти, что-то. Босс убивать того? Ну, мы пойдем заново с Диминого мира. Мы примерно остановились там, где... Когда мы с тобой начали приходить примерно. Ну, то есть, да, можно на босса пойти. О, надо учетки скупить эти материалы. Почему не это?
Мы сам себя слышим. Блин. Может быть, ты себя включил в трансляцию и звук там не выключил? На компе. У меня к тебе не присоединяется. Короче, сейчас по-другому сделаю. Закрыть окно. Ты пересела. Ну, не совсем пересела. Перевернули вот так вот. Так мне больше нравится. Так, освещение, что ли, как-то. Свет лучше падает. Плюс там угол входил, а тут, считай, просто стена. Мне тут больше нравится. Видно дощечку, да. Красивенько. В идеале, конечно, надо как-то по-другому разместить. Я и себя, и тут тоже хочу оформление какое-нибудь красивое. Но это все позже. Так, кинь мне приглас. Прямо сейчас кинь приглас. Shift F3. Пригласить. А чем вообще дрался? Джой. Дима, стрим будет? Дим, ты стрим будешь запускать? Он запущен. Вроде да. Да, трансляция. А кто спрашивает? Ну, привет, почему английская версия игры? Привет, девайс, потому что у меня двуязычная аудитория, и... Тут русские со... А, нет, кстати, я сейчас попробую еще раз их поставить. Ну, в общем, для того, чтобы было комфортно всем, если какая-то сюжетная линия идет, я основное перевожу. Ну, субтитры тут есть, но они как-то коряво работают, то они отключаются, то нет. Вот. Ну, в общем, чтобы и иностранцы понимали, и русским было понятно. Камера фокус, я не знаю, я вот переставила, и она стала терять фокус. Может, из-за того, что этот трясется стол мониторами, надо его приклеить. Я купила специальный скотч двусторонний. Крепкий, типа, супер крепкий. Вот, надо будет перед следующей трансляцией подключить. Так, я у тебя в мире. Shift F3. Кто хочет, в общем, присоединяйтесь. Так. А, у меня новый есть что-то. Bark skin, quick hands, быстрая перезарядка. Что-то я хотела прокачать, не помню что. Стиралку не запускали еще? Не, мы только поставили. Ну, только как бы после стрима сделаем. Потому что сейчас я уже пообещала, что стрим начнется, и стиралка приехала. Пока бы ставили, это почти долгое время прошло. Так. Почти поставили. Вот это хочу. Ну чё, куда? Так, попробую в настройках. Симулятор. Он выпадал вам же? По-моему, он только в самой моей игре есть. Тут, по-моему, его нет. System нет. Control. А, вот language же. У тебя уже 5 хилок, у меня 4 всего. Попробую сделать так. Может, будет английская озвучка. Транспорт и болты сняли? Нет. Только в, то, что вне стиралки там что-то надо было прикрепить, прикрепили. Посмотрим так, может, если будет английский сабо, будет здорово. Или английская озвучка и русский сабо, так то даже будет здорово. Куда идем? Я за коленом иду. И что там у меня спрашивают? Кто Ильнас? Или Алина? Алина. Ко мне не заходят петухи, все ясно. Осуждаем их. А ты с каким молотом бегаешь? С тем же, который есть. А, нет!
Рома может что-то прокричать. Hi, darkness, how are you doing? О, perfect, просто идеально. Он кальян забивает. Кальян? В смысле кальян забивает? Вы кальян купили? Ты да. Че, все купил? У тебя доступно было что-то? Ты че, все материалы купил? Там был 5 желез обычного. Hi, hi, hi! Hi, how are you doing? Меня лучше стало слышно, нет? Fine, thank you, it's... Нет, он врет. Кто он? А, Ильнас пишет с аккаунта Алины. А, понятно. Все равно Ильнас не этот, нехорошо поступает. Ко мне не заходит на трансляцию. Хоть бы голосовую этот команду кинул начинающим стримерам. А тебе голосовые-то кидают? Нет, не кидают голосовые. А ты не включила? Я исключила. Ну-ка, ребят, скиньте по голосовой команде, вы чего? Как так без Thanks. Короче, играли в этом VR же сегодня, и там такая прикольная игра, как называется, Beat Saber, что ли, там, где, короче, надо кубики развивать мечами, такая прикольная. I was going to play some VR games today, and maybe you know this game, Beat Saber, when you have to, like, shoot special cubes with your swords or special blades. It's so cool. У меня даже сестренка 10-летняя справилась. Тебе там зато включили, и у меня слышно ее. Да? Вот, тут там чат та-та-ра-т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 а. Да ладно, мне и так сейчас включать. Ты можешь это по... тише, что ли, сделать? Я не знаю, почему тебя слышно, я не знаю, как это работает. Ну, мне слышно, Дим, у меня, меня бесит это. А, я поняла, у тебя, видимо, там эхо из-за того, что слышно мне. Это получается в твоем дискорде слышно. Take care, my friend. Окей. Тут ничего нет, тут тоже вряд ли что-то будет. А чё она вообще на русском начала говорить? Чё вообще происходит с этой озвучкой? Keep going, keep going. Пока сюда послал, Калин. Всё, пошли этих, того. Пошли. Спасибо всем за войс команды, ребят, спасибо. Я чувствую прям популярность. А ты что, уже выбрала куда-нибудь? У меня, Дим, на тебе эхо жесткое. Меня это очень сильно бесит. Может, ты как-то это пофиксишь? Сейчас, подожди. Я тоже сам все слышал. Почему? Waiting for my friends. Как дела вообще у вас? Юра, ты здесь? Ты пойдешь с нами, нет? Но Листин у меня не стоит. Там что-то в Дискорде я сам себя слышу. Сейчас попробую Дискорд остановить и буду смотреть. Слышу я сам себя нет. Слышно. Не, я сегодня только стены кошмар, надо легко будет. Окей. Ну, если что, попробуем потом на моем тоже, не знаю. Ну, Ди, я говорю, Диме, пошли со мной на мой. Он говорит, нет, пошли на мой. Тебя слышно сейчас? Нет. Ну, тебя в Дискорде тоже не слышно. Наверное, Дискорд тоже выключил. Ну, ладно, короче, я тебя так буду слушать. Правда, другие тебя не будут слышать. Это будет странно. Раз, раз. А, стоп. Я сам себя слышу. Почему я сам себя слышу? Three more minutes, guys. Раз, раз. Some technical problems. И чё, вот зачем ты так сделал? Ты не понимаешь.
Раз, раз. Да я сейчас все слышу, почему. Лука, этот, силен татар. Чего мне не так? Зима? Да, конечно, забрала. Но, правда, не знаю, хочу ли я именно их выиграть. Я, в общем, думаю, знаешь, что приходить? Star Wars, Jedi, Fallen Order. Ну, короче, Звездные войны, Джедаи, Падший Орден. Вот. Это, ну, такая полнометражная, типа, ну, не полнометражная, сюжетная игра. Вот. Ты по-любому ее видел, трейлер. Я видела, как ее проходили. Она достаточно прикольная. И думаю в нее поиграть. Приходите. Раз. Возможно, Звездные войны тоже буду. Посмотрим, потому что уже зовут. А я тебя слышу. Ой, я себя, знаешь, почему слышу? Почему? Потому что в твоем микрофоне меня слышно. В мой микрофон слышно тебя? Да. Ну-ка, говори что-нибудь. Раз, 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 раз. А я тут сижу, думаю, что такое? Ну ладно, ладно. Скажи, пожалуйста, если какое оружие я навык поставлю, от заточки оружия зависит сила навыка. Какое оружие я навык поставлю, от заточки оружия зависит сила навыка. Юра, может, ты знаешь? Потому что, насколько я знаю, от заточки оружия сила навыка не зависит. Так, наделяет боеприпас силы. Я знаю, что есть скиллы, которые прокачивают силу навыка. Сейчас скажу, что таланты. Возможно, вот эта зарядка модификатора, дух, когда ты качаешь. Но, по крайней мере, я так думала, что когда ты промакшиваешь что-то дух, у тебя модификатор, вот этот слышно. Модификатор, становится лучше. А от того, что да, насколько у тебя заточено оружие, у тебя затачивается только урон оружия, но не скилл. Модификатор, то есть. Понял? Ну, по крайней мере, я это понимаю так. Если не так, Юра, поправь. Потому что все-таки вроде побольше играю, чем я. Девайс. Если ты хочешь, можешь с нами пойти поиграть. Если ты новичок, я думаю, тебе будет не так сложно. Потому что сейчас вот с моим партнером играем. Звук прям хороший. Не новый микрофон, а старый микрофон. Просто мы его настроили, Дима его настраивал. Да-да. Это был я. Ну, он, короче... Я только на второй сложности. Ну, у нас примерно такая... У тебя тоже, по-моему, вторая, Дим, сложность, да? Да. Ну, то есть, если хочешь, можешь пойти с нами. Если не хочешь, потом как-нибудь присоединяйся, как хочешь, по возможности. Можешь просто посмотреть. Если какие-то вопросы есть, тоже задавай. Я что смогу, на то отвечу. Может, кто-то из чата поможет. Окей, окей. Как скажешь. Сейчас телефон поищу, потому что не все понимаю, что там диктует этот бот. Давай, пока. Спасибо, что зашла. Чё ты опять кого пошёл? Ой, ты чё ты прекращай, чё ты там портить будешь? Ну чё ты портить не будешь? Ну, Дима, например, тоже относительно новичок. Ну, я тоже относительно новичок, хоть я так, не знаю, сколько вообще наиграл в эту игру. Ну, часов 20. Ну, может, побольше. Мы же не больно какие-то задроты, мы просто так играем. Лайтово, можно сказать. Броня мне по внешности, конечно, вот очень не нравится голова, а остальное выглядит прикольно. Чем-то напоминает Dark Souls. Ты, кстати, играл в D-Ways, может, ты Souls-like игр? Я, например, люблю. Я не так много проходила, только третий Dark Souls со всеми DLC и Sekiro. Все, что, начинаем играть? Ну, пошли. Я правильно понимаю, что там? Туда нам надо идти. Мне слентно. Ты идешь? Да. По жизни. Да, тут еще партнер. Ну, у нас свой бизнес просто. Ты куда пошел? На эту сторону ты что-то... О, посмотрел. Тут какой-то ТПшка. Партнер с женой.
Спасибо. Не хотите ли стать моим партнером? Мне очень третий Paradise Dark Souls, но я только комп обновил, до этого у меня не тянуло железо, обязательно пройду. Да, третья согласна. Я не играла первый, второй, но третий мне прям очень зашел. И у меня сейчас относительно слабенький комп, но хорошие новости, что наконец-то заказала себе новый. Как добавиться? Тебе нужно... Знаешь, как добавлять в этом? Сейчас я напишу свой ник. В эпиках. Или если у тебя через Steam, надо будет добавить меня в Steam. Вот это, в общем, мой ник в эпиках. А вот это мой ник в Стиме. А что это, буква какая-то другая, что ли, или что? Зачем вы ее найдете? Ой, случайно. Ну, короче, значит, вот то, что Next Girl TV, тебе нужно найти в эпиках и добавить меня в друзья. Я тебя добавлю, потом смогу пригласить к нам. Болтать сейчас будет. Долго, что ли? Ну, так. Не так долго. А что то, что мы сзади там пропустили чуть-чуть? Там проход просто, да? Да и има. Да, у меня камера и из-за того, что монитор трясется. Да. Ок. А вы чаще не кататься ходили? Вот почему у меня сейчас на русском стало? Я вообще бесит. Почему то на английском, то на русском? А, ничего себе. Дома, что ли? Бессмертный король. А где готов? Это который на танковом? Сейчас, подожди секунду. Отправил запрос. Смотрю. А я не отразил. Наруто трап, если я не ошибаюсь. Я включу сейчас. Так. Друзья. Открыть список друзей. Запросы. Принять. Я тебя приняла. Смотрю. Shift F3. Пока тебя нет. А, вот ты есть. Сейчас тебя приглашаю. Do it. Make your dreams come true. Make your dreams come true. Yes, you can. Спасибо большое за follow. Попробуй через Shift F3 присоединиться к нам. Я почему-то... О! Ты уже присоединился. Молодец. Сам разобрался. Shift F3. Так, на коленчик курить. Техническая пауза, ребят. Мы к тебе камню... Почему ты не вызываешься ты? Ты скажи, в общем, как у тебя подгрузится. На! Сейчас он появится. Скажи, как ты подгрузишь, что мы к камере подойдем, и ты должен у нас появиться. Ильнас, а у вас стиралка через удлинитель? А, не розетка, по-моему. Ага, вот смотрю.
Подойди к камню. Я? Что-то изменилось? Как появился? Не вижу. Да, появился. Все, пошли. Ты, судя по всему, тоже охотник, средний бой. Пошли. Так. Сейчас тут будут... Восточный ветер. О, мироходец. Что за талант? Выносливость минус 1%. Прикольно. Побежал уже. Никого не вижу, что-то. Наверху там что-то. О, что это за череп? Ну почему-то не убивается, а он убилась. Я думал, ты призвала. Ух ты. Они стреляют, что ли? Что? Это ты умер? Да. О-оу. А что так больно-то? Осторожно, тебя. Все. Спасибо. Чем ты так стреляешь? Что за пистолет такой? Окей. Это ты череп призываешь? Он нет, я никого не призываю. Это твой. Stay down. Они дружественны. А, это свои. Это, видимо, наш называют. У меня какая-то коррозия висит. Давай, конечно, вот что-то не играл. Вот еще куда-то. Мы можем пойти туда, как вариант. Подземелье. Типа подземелье такое? Это да. Закаленное железо. Не шковно, не все есть. О, камень что ли? Девайс дальше прошел. Как минимум у него 7 хилей. Все.
О-оу. Ты можешь пойти к нам в Дискорд, если хочешь. Сейчас. Пошли, Дим, в Дискорд, в мою группу, в Any Other Games. Слышишь? Блин. Так, я могу сейчас поставить. Можешь подхилиться? А что у нас так косит? А, радиация. Ну и проклятие еще какое-то висит. А это радиации, я не знаю, как сказать. Ну такие бочонки. Тут ничего сделать нельзя. Так, Дискорд. Ух ты! Он взрывается в конце. Тяжелая вода? Я вот написать. Да, возможно, тяжелая вода. Ты умер? Да. От чего? А тут человек какой-то был, я его убил, и он взорвался. Что-то, а, видимо, собрали. А куда пойдем? Можем туда, можем сюда. Ну окей, мы сюда уже пришли. Пришли за нами. Да, да. Радиация, фу. О. Но все равно проклятие цитадели висит на мне. На мне еще радиация висит. О, комната очистки. Ладно, слава. Как его убрать? How to escape this citadel's curse? Guys, maybe you know? А, сейчас умереть могу. Ух ты! А что-то стреляющееся? По пушке стреляйте! Фух! Пипец этот! Дальше идем. Фуф. Ну не убирается, тут просто прицепить надо. Понятно. Тяжелая. А, Макволк, это же ты написал. Привет, как тебе дела? Ой, а я что, сейчас умереть могу? У меня, когда я была в моем мире, у меня такого не было. О май гад, блин. Yeah.
Кто-то там. Короче, если я правильно понимаю, когда ударяешь их, ты убиваешь, по-моему, хилишься. Фух. Да, тут вампиризм работает. Фух. Где, блин, galvanized iron? Где это железо? Супер. Next lock, наверное. Вон сундук. Судя по всему, мой жилет сейчас закончится. Я умру сейчас. Есть хилки кто? А, я могу так похилиться. Короче, тут желательно бегать и бить кого-то постоянно. Ну вот мы пришли уже. А, ну все, давайте. Вот, хилимся. Видимо, сейчас снимется она. Да, она сейчас снялась. Еее! И назад, да, не пойти? А вдруг там что-то интересное было? Цепь жить. Воу! И что это такое? Чекпоинт. Можем, видимо, назад выйти. Купил себе джойстик. Ух ты! Круто! А что за джойстик? Xbox? И для чего? Во что играть будешь? А если я комп на вас заказала? На Алике, железо. Материнскую плату, проц, оперативку 32 гига. Ну, видюха у меня будет это, прежняя, 1660 GTX. И еще корпус, кулер и БП. Ну, правда, еще корпус и блок питания новый не купила именно, но попозже. Что? Ешку. Да. 360, нихрена себе, крутой. У меня в феврале должен прийти. Прийти в это железо, все. К этому времени еще закажу все. Из данжа и назад весь путь бежать. Выйдем из данжа, наверное. А назад не получится. Можно пробежать просто. В смысле, я подошел, она не открывается же. Нет, она закрыта. Может, чтобы все подошли надо? Ну да. Ну давайте тогда назад. Clean the room. Еще как заметила, этот переехала, поэтому обстановка новая. Сейчас можем как вариант прикачаться. Нет, все нормально. Дальше пойдем. О, челики воскресли. Я ему нашел 1 хп. Им лучше... В голову не стреляет? Да, у них... Ну, голову там несколько раз постреляешь, и там этот... Ой-ой-ой, я передумала. Думала. Или нет? Там с этим, видимо, идет. У них хрена себе он. Все, все живо? Да. Фух, holy hell.
Там он дерется еще, ему помощь нужна. Кому-то. А все уже не нужна. Тут еще сундуки могут быть. Ох, не собака отлетела. Просто улетела. Ты чё, пес? Дура, что ли, собака? Можно наверх подниматься. We can go upstairs. А, викингак сейчас большой уродливый придет. Ух ты. Убивать нас. А, так, а где? Cover me. Ух. Спасибо. О боже! Тут двоих! Фух. Все что? Все живы? Да. Так, я сейчас здесь поставлю хилку. О. Фуф. У меня, кстати, две есть. Что прикачать? Быстрая перезарядка. Так, load. О, а это черепка. Не мешают, не лезут перед прицелом? Да не, все норм. Мы сначала думали, что это вражеские, начали их убивать, но они... Потом поняли, что это. Ключ от... Но мне не мешает. Тебе мешает, Дим? Че это? Черепа. Да нет. Ключ-карта от БУК-13, ключ-карта от станции Альфа. А, тут сюда надо в него что-то вставить. Где? Тут какой-то вот скелет лежит, в него надо что-то вставить. Статуя. Надо найти, видимо. Да, потом вставить, оно живет. Че, куда пойдем? Внутрь этой штуки? О, чекпоинт я нашла. Где? Вот. На мне.
Тут должна быть такая штука, я не знаю, может, у вас нет, где типа этот, надо ходить по платформам, и там будет... Так, я хочу в чекпоинт. Давайте все подойдем, мне нужно патроны перезарядить. Или не надо? Сейчас, потому что тебе тоже интересно. Можем пойти наверх? Пошли, куда идем? Может, это тут эта платформа? Там броню дают. И может, или отсюда пройти в нее? О! Что? Кто-то появился. Тебя слышно? Вот тут сидит кто-то. Увода есть все, что нужно. О, тут этот продавец есть. Может, с ним может поговорить, он что-то даст? О, very good boy, хороший мальчик. Че это такое? Это собачку можно призывать? А где это? Или что это дали? Я не поняла. Мне показалось, это сюда дали. Или это модификатора? Может, это модификатор? Я тоже хочу такую собачку. Прикольно было смешно. Да. Здорово. Вызывает очень хорошего мальчика. Ну что, куда? Сюда пойдем? Или туда? А, давай я этот модификатор ставлю. Че? Модификатор эту ставлю. Ну, и чтобы его снять, надо прокачать еще, или у тебя сразу есть? Вот есть. Дай мне тоже собачку погладить. А как ее гладить? Похож, я уже знаю. О! Как тебе можно помочь? Предлагаешь? Что предлагаешь? Ну, короче, все, что есть, можешь убирать. Тяжелая вода? Вот тяжелая вода, она... Снимает радиацию. А. Оберег в исполнении. И на всякий случай купи, потому что там, по крайней мере, у меня был данжен, где она понадобилась. А, радиация нахуй. Так, чего? Куда? Дальше? Так, тут, надеюсь, тупик. А, туда нам надо будет, когда мы пойдем ключ. Это после того, как мы убьем босса. Где? Ну, слева там было. Окей. Тут я не знаю, что. А, там, видимо, босс как раз-таки, данжен и босс. А, нет. Эта штука, куда я не поняла, как забираться, у меня такая же была. Ну, то есть нам обратно идти. А-а-а, все, поняла. Логично. Это после того, как мы на винтот пойдем, пройдем. Сюда можно, получается, пойти. Или не хотите. А, сюда. Сюда, или сюда нельзя. Нет, сюда нельзя пройти. Сюда? А ты не знаешь, тебя, получается, Рома зовут, да, судя по Дискорду? Да. Там познакомиться, я Рита, кстати. А это Дима. Я Дима. Вот, что я хотела спросить. Тут нет такой штуки, потому что у меня она была как раз-таки, где эту броню получила, или она как повезет. Где вот такие платформы, ты на них наступаешь, типа надо найти путь, и там, если неправильно, то появляются мобы. Ну, у меня просто в этом же месте была такая штука, вот я как раз эту броню там получила. Ну, видимо, она резается так по рандому. Окей. Ну, вообще, моя броня хороша для миличника, так что тебе, видимо, такая подошла. Окей. Ну, да вроде моя хороша тоже. Может, еще ключ? Окей. Сундук.
Уф, пипец, собаки отлетают. А что, по стене ничего нет? Ну ок. О, откуда ты? Ни хрена ты себе попал. Оу, мне нужна помощь. Отлично, спасибо. Оу! Кто это, она взорвалась-то? Я не понял, что это было. Да, waiting for all players, да. Дима, ты тоже? Типа, ожидаем всех игроков. Нет. Вы у меня ходите. Эликсир тяжелой воды. Стенда, конечно, перевели с тяжелой воды. А где, блин, эта голова на Айсайрен? Ну, она потому что падала у меня. А вы сундук тут открыли? Да, открыли. О, тут что-то есть. Самоцвет очищения. У-у-у. У меня такого не было. Что-то нет. Посмотрю сейчас. Судя по всему, эта херня. Все эффекты со всех союзников. Dragon Heart remove all stats effects from all allies. Ну, короче, всякие эти, видимо, и радиацию снимают, когда ты хилишься. Прикольно. О, вижу там, видимо, этот, книжечка. Сейчас там будет этот данжен, судя по всему. С боссом? Ну, там в конце его, по-моему, босс. Так. Давайте-ка. Ну, вот здесь данжен на вход. Больше года. Ну, я так не... Сначала, когда начинала, было мало времени, потому что на одной работе работала, потом уволилась, перешла на другую работу. Ну, как-то, короче, не совсем стабильно, но сейчас более-менее должно быть нормально. Вот. Ты тоже стримишь? Да, понимаю. Что там? Вообще все. И вот недавно пришла... Ну вот я сижу, Дима только этот, он сейчас придет. Недавно прошла Киберпанк, играла вот Souls-like игры тоже на стриме, Ведьмака проходила с DLC-шками, Subnautica, хоррор люблю, шутер онлайн. Я в принципе начинала... А? Да, да. Ну я Below Zero пока не играла, потому что там она же еще в бете, как я понимаю. Но я хочу. Тоже Below Zero. Это стол. Ну, в принципе, даже и в этой Subnautica тоже есть баги. Вот эти фризы, когда ты выплываешь. Я, насколько знаю, их до сих пор не пофиксили. Но мне очень Subnautica понравилась. И, в принципе, люблю survival всякие. Типа Форесты вот мы приходили. Потом Long Dark мне надо продолжить, но я...
прошла там сколько-то эпизодов, потом их не было. Вот, я их ждала, а в итоге пока не ходила. Сейчас, короче, планируем вот дальше проходить Remnant. И Звездные войны, которые сюжетные, про то, что я говорила. Что-то еще хотела сказать. Тут пока отвлек. А! Я начала стримить, короче, с PUBG. Вот, мне очень нравятся онлайн-шутеры, но у меня, так как комп достаточно слабый, там маленький FPS 20-30, и, ну, очень некомфортно играть. А сейчас как раз, когда обновлю, снова начну играть в онлайн-шутеры. Типа там Valorant, всякое такое. Еще в Радугу надо пойти. Не, потому что подарили игру вот эту. Ты не играешь вообще такое? Ну ничего, нормально сейчас играешь. А это что же онлайн-шутер? А какие еще... Что-что-что? Конан? Я не играла даже такое. Ой! Нифига себе. Ты... А Субнатику на сколько далеко? Не помнишь, где ты там? Ну как, вспомнишь, скажи. Ой. У них на себе это сильный. У меня тут хилка, если что, стоит. А, я умер. Эту штуку. Фух. Ты можешь мне скинуть вот про то, что ты игру говорил, Конана, ссылку, например, в диск, в личку или куда угодно? Потому что мне нравится очень выживалки. Поиграла, если ты говоришь, годная. А какого она года? Примерно. В 2000-х? Да, конечно. Почему, интересно, я не знаю, я не слышала. Хотя много чего не слышала. Почему что-то какой-то другой пазл, вот не знаю, тут какие-то мобы, как будто другие. Так, а тут что это такое? Просто путь наверх, а там что? Тут какой-то выход, что ли? О, у меня собака уже кого-то нашла. Чё пришла? Собака нашла кого-то.
Что это? А, нет, у меня заходит. Повышает эффективную дальность всего огнестрельного оружия на 6 метров. Нифига себе. С дробовика на 6 метров стрелять. Удобно. А где моя собачка? Умерла, видимо, не знаю. О! Так. Ой, прости. Я ставлю хилку сзади. Чуть не убила тебя. Рюкзак забит. Фух. А что такое? А, вот. Ой, орёт. Пойдем, там что-то есть? Пошли, посмотрим. Металл, металл, металл. Тут у нас что-то жесть. Или мы там были? Что-то не помню. Такое ощущение, как будто были. У нас открыты эти места. Окей. Что дальше? Это ты ставишь, что ли, заметку? Нет. В смысле, это ты? А там будет, да? Сейчас там будет босс, скорее всего. По крайней мере, у меня так было. Интересно, реально там будет и другой босс? Оставался. Да, босс. Че, идем? Че, серьезно? Зачем собаку призвал? Босс файт. Собачки не увидят? А, я что-то не могу через туман пройти. Как странно. А, теперь могу. Потом уже собачка. О! Тот же босс? Ну, мы тут был босс. У меня, короче, был босс один. Я забыл, как он выглядел, и он призывал... Два босса? Охренеть. Мрак. Больно? Он тоже хиляется, что ли? Нифига себе, что они делают? Они радиации пуляются. И мобы эти.
Ух ты, два раза, да. Что-то они какие-то изи. Ну это, блин, на этом уровне, потому что... Минус один и минус два. Изи! Черная слеза. Да что ты орешь, была дура, что она жива. Реально что-то просто слишком. А я думал, тут этот выпадет. Скрябер и вот это. Тик. Так, сейчас нам ключ дадут или нет? Это босс вроде был? Чё? Это босс был? Это был босс. Давай, двойной. Это потому что твой уровень сложности такой. А, пусть настроит. А может вот там уже дали, скорее всего. Что-то в инвентарь нам там дали. Ладно, Black Tear. Так. Нет, это не то. Ключ должен по-другому, наверное, выглядеть. Че, мы тэпаемся, что ли? Нет, надо патроны. Нет. А, восстановить просто? Все, да. Поняла. Вот зона чистой пустыни. А, это новое что-то. Это другая локо, мы тут не были. New location. Ай, не успел хорошего мальчика использовать. А где Рома? А, не-не, ну просто думала, может, отсоединился. Или там залагала. Что-то не спрыгнула. Ой, тут какой-то... А, я знаю. Собачка не умирает, оказывается, когда я играю. Фуф. Мне сразу дали 2 очка, что ли, ни хрена себе. Еще новый этот скилл, вакцина. Нифига их там! О-о-о-о!
изи просто. Это мы с другой стороны пришли? Или что это? Ну, он научился сначала большой. Постоянно умирал. Большой пёсель, смотрите. Чё? Мой пёсель любил большого пёселя. Я тебя не слышу. Это какой-то большой пёсель был. Мы его победили. Ух ты. Ну, собака, кстати, тебе вообще хорошо подходит. Ну да. Лишнюю тычку дает ему, а так и сбивает, вообще топ. Лишний раз я домой получу. Плюс спалит рады. Мы такое ощущение, что там не все не прошли. Может, тут какой-нибудь сундук есть. Или нет. Что там по карте? Да, мы туда могли свернуть. Сходим, что ли? Ну, давайте, может, обсуну, или что-нибудь интересное лежит, а мы пропустили. Конечно, это вряд ли. Тут, что ли, где-то? Песню убежал. Тут что-то, видимо, было. Вот туда. Так, кто-то большой, видимо, бежит. Да. Где он? Вон бежит. На Диму. Теперь можно в голову стрелять. Оу! Тут чего вообще? Непонятно. О, там дальше. Еще. Больше данжи. Миру данжи. Богу данжи. Все запорно. Ой-ой-ой, да. Еще секунду. Здесь. Что это за звук? О, вот этот я помню.
Вот здесь уже нормально железо падать будет. Кроме, надеюсь. Это опасненько, да. Радиация. А, это взрывающая степь, я вспомнила. Вот, тут такой вот босс был, который с ульем. Ему в голову не стреляйте. Там этот, из него будет лететь эта херня, радиационные шарики. Ну, в тело. Мне, по крайней мере, так говорили. Толще стрелять ему. Сейчас подниму кольцо. А куда он бежит-то? Он что, дурачок? Какой-то батер непонятно, ухилился, что ли? Сам своего череп. Это твоя собака? Почему тут нет этого железа? Очень подозрительно. Все, сейчас попрут. О, сундук. Собака тут текстура застряла. Так, Mother's Blessing, Park Skin. Я пока
пока качаю мудреца. Че ты качаешь? Мудреца. Чтоб больше уровней быстрее качались. Больше. О, сундук. Treasures. Так, дальше куда? Туда, наверное. Нет, не сюда. Да, конечно, этому уровню сложности вообще нелегко. Ну не, Дима хочет на этом, да, Дима? У меня на кошмаре потяжелее. А? Мы на этом просто начали у меня проходить. Ладно. А у тебя какой уровень сейчас здесь ранг? Ну, это когда ты прокачиваешь скиллы, там написано. Ну, типа того, да. Нифига себе, у тебя больше, чем у нас. Так он не мой, я говорю, он а? Больше. Мне кажется, себе это не дается. О, босс. Вот этот вот босс, где мы не смогли пройти на кошмаре. Вот его. Ну, не так, правда, долго убили, а минут 20, может, и пошли дальше на другие локации посмотреть. Фух. Посмотрим сейчас, с какой попытки пройдем его. С первой, да? Ой, блин. Как он противный. Он еще вот рукой вот так делает. Очень большой рейндж у него. Сейчас побегут, наверное, его. Уже побежали. Ой. О-о, мне больно. Я умер сейчас. Я попробую тебя резнуть, но не обещаю. О-оу. Здоровяк мой. Ладно. Дим, ты вот так вот лучше вблизи с ним не драться. Оу-о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 у. Я сейчас попробую тебя резнуть. Спасибо. О-о, он бесится. У меня такого не было, да, я тут, кстати, даже не доходила. Фух. Я ему в жопу стреляю, у него больше дамаг, как будто.
Причем у него вот этот рука, вот эта херня даже через текстуру проходит. Помощь нужна нашему... О-оу, и мне тоже нужна помощь. Бесится. Тихо. Ты живой? Ой. Это я, прости. Дэнай. Да ё-моё! Уф! Последняя хилка. Спасибо. И что ты? Опять психует. Что? Я опять умер. Я только... Это, возможно, была опять я, прости. Психует. Да хватит, да что за бред? Чего он опять за мной пришел? О, я сдох. Я окончательно сдох. Если хочешь, Дим, можем заново, чтобы ты... Конечно, но смысл. Опять бесится. Ты же не будешь его убивать? Я сейчас умру! Все, жопа. Мы почти убили. Тебе, Дим, лучше тут вблизи не драться, наверное. Я по-другому не умею. В смысле, у тебя же уже есть. Ну, на кошмаре он, конечно, вообще нереальный. Сзади, Дим, еще у тебя. А блин, а почему я?
Ой! Прости! Хватит! Ну, прям это страшно, ты дерешься в ближнем бою, я не могу. Не убить тебя, да? Уже 3 раза. У тебя вообще лоу хп было, я тебя с пистолета выстрелила. Сам не сильно жду. Ты ревай, пока я отвлекаю себя. В смысле вы делят? Мы еще не делят. А как ты до меня так достал-то? Сзади меня. Тебе этот идет. Нет, ко мне идет. Бесится. А, он еще у него еще резист, когда он стоит, эту херню кастует. А, не успела. Вы что? Ай! Сразу 3 меня атаковали. Откуда ты взялся-то? Я тут не отвечу. А, ну видишь. Опять бесится. Я еще парень знаю. А, надо, чтобы к нему кто-то треснул. Я попытаюсь босса на себя отвлечь. Отвлекался на меня. Спасибо. Правда, мне больно. Давай. Опять же бесится. Сколько можно? Фуф. Один патрон просто у меня на винтовку. Да что, кто? Давай, я пока отвлекаю его. Нет, он сейчас этот кастует свою. Сзади осторожно. 2 сзади. Он у меня тут. Он почти мертвый. Ты тоже пыталась это? У него там лоу хп осталось, я сейчас умру. Мне его добивать или
Да, добей, 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 добей. Он же лоха позже. Я помню. Что это было? И что, он теперь там будет или не будет его там? А где вообще он? Он тут? А все, он побит. А нам за него дали что-нибудь? Да, левел. Тебе не дали? Симулятор дали? Пшуту. Мне не дали вроде. Мне тоже ничего не дали. А ключ дали вам? Нет, просто ключ какой-то должны были дать, чтобы мы там открыли. Но, судя по всему, он где-то здесь лежит. Это выход? Да, выход. То есть с него ничего не дали? Интересно, что сейчас дальше будет? Ну мы как раз вот отсюда и вышли, куда мы не могли никак забраться. Чистые пески. Давайте попробуем туда пойти. Может, все-таки нам что-то дали? Или может мы что-то не нашли? Берег Галена. Или что-то какое-то другое место. О, чекпоинт. А, вот эта штука, о которой я говорила. Че? Вот, эта штука, о которой я говорила. Смотрите. Так, тут еще кто-то есть? Вот из-за того, что сейчас, видимо, нажимаешь не туда. Вот, короче, первая, судя по всему, вот платформа. Следующая. Потом он поднимается сразу. Почему сразу поднимается? Нет, не туда. Надо стоять, вот, допустим, нет, а потом следующий надо искать. Нет, неправильно. Опять сюда. Вот сюда, правильно, дальше куда-то надо искать. Неправильно. То есть вот эти две, правильно? Раз, два. Нет, нет, по очереди, Дим. Вот, один, это начально, это два. Теперь третью попробую. Правильно, следующее. Неправильно. Раз, два, все. Вот и старайтесь не ходить по этим платформам, когда мы деремся, потому что это снова мобов призывает. Ну вот так, да.
Уф. О-оу. Давайте, так, сейчас я пособираю патроны, которых у меня нет. Она сказала, что моя презентация... В смысле? Это как Димина бабушка, инвалид. Ой. Так, ну смотрите. Один. Потом куда? Два. Потом три. И потом вот так. Мари. Войти в положение. А! Ну я не понимаю, потому что как бы люди работают, они за это деньги получают. Почему мы должны, в принципе, когда-то в что-то в положение входить? Если бы они еще там извинились, не знаю, ну сказали, потому что простите, что так вышло, и тогда, судя по всему, они ничего такого не делали. Да. Или бы направо, либо налево. Давай налево. Теперь сюда, по всему сюда. Ну, сюда. Право, лево? Выбирайте. Прямо. Право? Нет. Это было не право, это было лево. Там еще прямо можно. Ты сказал прямо? Да. Ну, извини, если даже заказ, типа, с счет сведения. Ну, как бы после того они извинились, но это после того, как вы скандалили и так далее. Это надо было делать сразу. Раз. Ну, Ри. Чё? Не ходи. Давай, не хожу. Тут вопросы. Лево попробуй. Не лево. Все. А, есть. Иди сюда. А вы куда? А мне с вами? Вы нашли там что-то? Вы забрали что-то? Чисто про нас? О, тут какая-то ешка. Что-то нажимаю. Шлем пустоты, броня пустоты. Что еще раз? Броня тут пустоты. Ты забрал? Тут создание. Броню забрал? Забрали? Ее покупать же надо. Мне такая не нравится. Ой, не нравится ему. Нашелся тут модник. Нет, ну в смысле, она не для ближнего. Но в целом урон, конечно, повышает. Не совсем то. А там мы были? Нет. Как я вижу? Точно не были? Нет, мы пришли из другого места. А? Из другого места пришли. А чего за пистолет такие? Интересно. У меня, который я взяла от этой.
Который материалы дают. У тебя импульсами стреляют? Что? Импульсами стреляют. Нет, это не у меня. А, ну, видимо, это потом дают. Я сразу пошел кого-то бить. Gravity Stone. Пипец, конечно, сколько у меня уже колец. А вот этим штучкам надо прям стрелять в серединку в лицо. Как обычно. Чего они взрываются? Это же очень честно. Да, интересно, чего это они взрываются? О, сундук. Вниз куда-то спустилась. Тут что-то интересное. Ой, я трубку поставил. Зачем? Ух, боже! Что там? Не заметила. Если что, внизу тут хожу. Да, я тоже. Дальше и... Какой этот, в этот, какого? Как в Сириус Сэме, как будто. Тут еще какой-то путь наверх. О! Знаешь, может, почему у этих материалов нет у тебя? Потому что у тебя уровень сложности более легкий, типа, чтобы не было имбалансно, хз. У тебя ли хилки есть? А? Хилки есть?
Дима, ты где там? Похилился, блин. Просто где ты? О, тут, видимо, все, которые бежали за ним, теперь бегут за мной. О, сундук. Не сундук. Сюда, дальше вниз. Дам-дам-дам, бам-бам-бам, дам-дам-дам-дам. Going down, down, down. О, книжечка. Мне уже 2, оказывается. А вы где вообще? Или где я, точнее? Тоже что-то забудилось. О, и где Дима? Тара тут всем. Судя по всему, сюда выход. А выход есть? Выход у вас, да? Я не знаю. Ой, нашла сундук. Мы тебя ищем. Так. Мы точно не оттуда пришли? Такое ощущение, как будто выход немножко вот там, где мы сейчас, туда дальше. Давай попробуем. Да-да. Я уже просто запуталась здесь, в этом лабиринте. Где что? О, мы тебя видим. Сейчас там будет еще один босс. И потом уже дальше. По сюжету. Ну,
Надеюсь, за это ключи не дадут. Да, похоже на выход, потому что где мы входили, там же был камень. Угу. Вот этого я уже не видела тоже. Затерянная машина. Робот какой-то. Ау! Испугался. Как будто тут что-то где-то надо вставить. У кого там у тебя собака рычит? Так, это что-то не то. Кажется, я нашла как. Или не нашла. Или тут что-то включить. Какое-то сохранение было. Как-то наверх-то забраться. Тут какой-то красный туман. Че? А, это назад. Эту штуку никак нельзя заработать, заставить. А я уже пошла сюда. А я уже там сходила, там выше нельзя. А, там кнопка была, я пропустила, видимо. Мне это не нравится. Продержаться до открытия двери. Пипец, я очканула. Да откуда вы вообще беретесь-то? Что? У меня кто-то ракеты стрельнул. Я Диму иду спасать. За тебя чего? Нет, не иду спасать. Ой, жесть, их тут. Они просто идут и идут. Я не могу. А вон он. Помчал какой-то с ракеты. Я не могу, я сейчас сама умру. Я умерла. Просто я тут попустилась и миллион их. Давай, давай. Ну, а выше залазит? Мне вообще... От того, что я пройду, это будет неинтересно. Ну, конечно. Я согласна. Полностью. Смотрите, сейчас они уже будут это... восстановлены. То есть там как-то взорвём, зачем? Сейчас надо заходить и сразу налево по лестнице наверх бежать. Прям прорываться. Наверх и налево. И потом сзади они будут... У меня тоже прям такой был. Ну, где бы ты стояла, и то было получше наверху. А сзади не пройдет? Вот сюда надо в конец, чтобы они по длинному коридору шли.
Они сзади тоже идут. Ставлю хилку сзади. Что-то кинуло, взрываться сейчас будет. Хватит меня! Хорошо. Ты меня скинешь? Мне надо на время сюда. Герой. За углом стоит. Hola, Snaku, how are you doing? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Oh, no, no, no. Feliz Navidad. Yeah. Мы прошли. Gracias. О, что-то новое. Something new. Вау. Хочу посмотреть. Long slam rifle following design. О, это то, что у тебя, да? Прикольно. Теперь у нас открылась дверь. Да. Типа подхилиться будем. Ну там камень сейчас будет. Та-да-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. Че это? Смеешься над Димой? А вот камень. Чекпоинт. Как мы назад послушаем? Сейчас такие все мобы резаются, нас убивают. Фух. Ну, даже не сюда. Мы оттуда пришли. А теперь куда? Назад получается.
Volvo Souls has to from Scorch use fearful weapon mode. Прикольно. Yeah, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Та-да-да-да-да-да. Ой. Кто это был? У меня пистолет. Ау! Ну чё, уходим? Trolling in 5, 4, 3, 2, 1. Prospero año y felicidad. А теперь куда вообще? Наверное, правильно было нажать это. Пошлите на... Только куда нам сейчас вообще, в принципе, интересно? Что есть? Да ладно, мы уже выходим. Да хватит мне уже стрелять! Димон, не шали. Фалкер. А кто такой Фалкер? Это Никита. Никита? Возможно. Ой. Слышь, а где он? Он у тебя пишет? Да. Скорее всего. А кто такой Никита? Привет, Никита. Друг, одноклассник. Ты просто хороший человек. Ну, когда он уйдет с этим, я все скажу. Нет. Привет, привет. Это реально дрон? Дрон, ты? Собутыльник, понятно, все с тобой. Мы пошли его вытаскивать. Feliz Navidad. Ты нашел сюда. Сразу очень вспомнилось. Потерялась я. Из КВН. А, кстати, ближе стал к Волску. Everyone okay? Я уже в Зеленобольске. Живу. Время. О, я не дрон. Ты, блин, за кулебом, конечно, мне монитор трястись и фокус ломаться. Хватит уже по мне стрелять, ты заколебал. Почему я слышу холодильник или несмазанный кулер? Это комп мой работает так. Это потому что если сделать потише уровень микрофона, то будет меня хуже слышно. Ну, через месяц, я думаю, надеюсь, что этого уже не будет, потому что будет новый комп. Очень надеюсь, что он будет гораздо тише работать. Либо надо с микрофоном по настройках полазить и сделать так, чтобы... Ну, я что-то смотрела какие-то видосы по настройкам, там можно настроить, чтобы вот эти децибелы, вот эти шумы, не слышала их. Хотя, по идее, еще поп-фильтр можно поставить на микрофон. Не факт, что это сработает. По сути, я могу сделать вот так вот. Меня будет хуже слышно, но и будет хуже слышно вот этот шум. Так лучше? Так, здесь. Вижу какой-то проход там справа. Ну-ка туда пойти. Могу сделать вот так еще. Меня нормально слышно? Могу сделать вот так.
Не очень. Короче, на половине ставлю. Чё, куда идем? Ну, карта. У нас как будто еще можно влево. Но влево это как раз там, где нужно вот эту фигню вставить. Открывается? О-о-о. Нет, такого я не видела. А, туда еще? А это что такое? Чего сюда не хотите? А, это... А, я поняла. Чуть меньше можно нормально было слышать. Вот здесь мы были, мы здесь были. Вот так? Карта закрыта еще здесь, посмотрите. Что там? А, здесь были, да, влево, все правильно, влево не были, вниз-то были. Все правильно, влево не были. О, о, гад, вот это. О, ночь. Обожаю ночь. А тут что за кабанчики какие-то, я их таких не видела. Какие кабанчики? Ну тут не собаки, а кабанчики. Ну я так и говорю, это большой песель называют их. Большой песель? Да. Почему я их не видела? Потому что моя собака выскользнула. Давайте тоже туда отойду. One second, please. Сейчас приду через минуту. Я тогда отойду, что надо делать. Одному. Пошел я искать кабель. Что искать? Какой кабель? Димон, покажись. А он же сам стримит, ты не знаешь? У меня на столе это же не написано. ВК. Где я стрим? Ссылочку, ща. Сейчас, короче, этот Рит, скорее всего, скинется. Да. Вот. Сижу в костюме. В шапке, точнее. Здорово, здорово, Ники. Тут есть эти голосовые команды. Всякие. Как дела вообще? Вкусно пахнет. А что, твой друг в Зеленочке живет или где? Дим. Дима. У меня Димон, я плохо слышу. Что говоришь? Говорю, твой друг живет где? Здесь? В Орске. В Орске? Ты же в Орске сейчас? А он знает, что ты... А он знает, что ты этот... Переехал в Зеленодольск? Будьте с ним. А? Я в Зеленодольске еще сейчас. Да. Так что проще приехать в Орск. Можешь в гости приходить. Да, приходи. Так удален уже. О, боже, у меня брызгает этот мандарин. Тут опасно бить врагов поблизости. А что, на чекпоинт не сядем? Получилось, что сестренке наследство попала квартира, но Насте как бы сейчас пока не нужна эта квартира. Вот, поэтому пока мы тут живем. Так сказать, подкопим, а потом уже в Казань обратно. То, что зеленый такое. Ну, после Казани не то. Не то круто. Что там, Андрей, как?
Так, я пойду за салфеткой. За салфеткой вы это... Осторожно. Не умрите там. Подавитесь долькой мандарин. Я думаю, там все тусуете. Как минимум, я думал, вместе. Не-не, я черепах убрал, не призываю. Все вражеские. Обличить. Спасибо. А ты сейчас где? А, ты также в Газпроме? Ну мы 26-го за 31-го отработали, и получается с 31-го до 11-го я отдыхал. Топчик, топчик, движение. Что такое? О, вовремя пришла. Сейчас я здесь переездом, ремонтом, вообще не хочется опять ездить. Вот стиралку сегодня купили. Я хочу подключать потом будет. Закончить. Андрей, что, не в Орске, что ли? Нет. У меня локально? А, девушка. Нет. Сервак не на работе, я локально развернулся. Не работаю. А, заказчику уже просто саму программу поставляем, вот там у себя работает. Мы уже CRM-ку делаем. Типа сайт, чтобы там можно было заказы оформить, еще что-нибудь такое. А я, короче, потерялся. Вот там сундук я пропустила. Это книга. Нет, это не книга. О! А вот... Да. Upgrade. We can upgrade our heal. Healing self. Я не понимаю, почему тут не падает, блин, это железо грёбанное. Мне нужно качать. Коробка сбила, прекрасно. Чё, полезно? А ты во что играешь, Никит? Странно, мне обычно бот писал, типа, обнаружен шалом в чате. Чё-то сейчас я не писал. А, Сержис, я помню, ты рассказывал. Типа, как контра вроде. Типа, круче. О, чуть-чуть уже. Я-то хочу посмотреть, что за этот кольцо у нас. О, еще один. А, что это? Не понимаю, откуда. А, это я не прокачала. А GTA-шка пятая? I
Блин, с этой пушкой попроще, конечно, ходить. С дальнобойной. Смысле непопулярно. Это бесплатно просто выдавалось, и тут кооператив хороший. Но вообще я играю в еще более непопулярную игру обычно. Ты про Нёх, что ли? Да. Так. Ксин. Еще в пиратах играют. Elemental Resistance. Ну, во всякие игры там, где мультиплеер есть. Камера. Ну, видимо, снова в фокусе. У меня бывает, что этот, как называется. Ну, я сейчас просто проверила не по трансляции, а по самой. По стримлапсу. Монитор трясется, пол тут кривой. Монитор трясется и камера расфокусируется. Ну, в принципе, когда третий компьютер привезут, новый, можно попробовать Unisurge посмотреть. На носу. Что на носу? Фокус. Не понимаю. Вроде норм. Ну, я сейчас попробую. Лучше... Блин, до сих пор что-то с горлом. Да, да, чуть не умерла из-за мандаринки. Было бы глупо. Та-та-та-да-да. Спасибо. Чуть не померла из-за мандаринки. Ну, серьезно, она мне как-то в горло не поперек, что ли, встала, и я чуть не этот... Ну, запаниковала. Мы заказали солишки, северную плату. Сразу с процом. А сейчас опять раз в расфокусе. И снова в фокусе. Там проц, две плашки оперативки. А, нет, четыре. Четыре оперативки по 8 гигов. Я сейчас скину в этот. Куда ты скинешь? В свой канал. X99 какая-то. Какая-то китайская на J. Не помню точно название. Надеюсь, там не умру. Вот это. Джиншуа, да-да-да. О, добрый знаток в серверных материнках. Мы знаем, к кому обратиться, если вдруг что-то пойдет не так. А ты себе такую же брал? Ты брал тоже Джиншуа? И что у него как? Сколько FPS? Какая видеокарта? Похоже, сейчас нас будут бить. Возможно, даже ногами. Возможно, даже не только ногами. А ты когда в таком... Возможно, не только бить. Чем ты мне напомнила из Dark Souls? А нет, из Секера. Помнишь, короче, такая штука есть, которая так тебя бьет? Это типа мини-босс, но он такой легкий. Ни хрена себе! А я думала, Дима снова. Он здесь ваш. Я тебя попытаюсь резнуть. Бегу. Дима, отвлекай. Он что-то от меня убегает. Ой. Где он?
Мы еще где? А так один шоу топ, нет? Если собрал на МД. Фуф. Жестко, однако. Он наверх может заползать, ни хрена себе. Ну вот, посмотрим, просто я с таким не сталкивался никогда. Не могу понять, где все. Боже! Серьезно? Блин. Там просто было два варианта. Один на D4-х, ну, память. Там где 2500, это мегагерц. И один 2100. Но зато там вот эти вот, типа, кулеры сверху. Охлаждение, типа, это 2,7 ломались так. Вообще этого монстра видели? Я просто... Да, он внизу. Ты там болтаешь, нам не помогаешь. И умираешь. Судя по всему, сейчас. Ставлю хилку. Я просто весь босс файт пробегал с мобами. О боже! Я еще и сдох. Это он тебя? ДП 120 ватт. Я рядом с тобой постараюсь тебя резнуть. А, ты что не говоришь, что он у тебя? До свидания. Ну и что, можешь умереть, Рома, если хочешь, а можешь не умирать. А он побежал куда-то в другое место вообще. Дим, поставь ты на меня хилку. Ну ладно, уже нет. Да, уже заказали. Там какой-то... Блин, даже не помню. Там, по-моему, в рекомендациях было. Да блин, он за мной гонится! Я все, я умерла. Он не дал мне просто ничего сделать. Просто снес меня, надо было в жопу ему прыгать. Дима, взять тебя. Очень много мобов у босс. Помоги. Ясно. Помоги. Ух. Feliz Navidad. Так, сейчас посмотрим.
Дим, а ты еще мертвый? Ты что, беги, как можешь. Я постараюсь Диму резнуть. Ой, не-не-не, у тебя, наверное, не хватит. Ладно. Меня сейчас могут убить опять. Меня сейчас убьют. Меня сейчас точно убьют. Ну все, просто. Не дали. А? Я почти похилился. Жестко. Ну там типа в рекомендованном был к этому сироку. Ну ты можешь умирать. Да не, не надо, давай, лучше умри. Та-та-да-да-та-да. Может, сходим этот? Прокачаемся или нет? Да, можно. Так вот, пожелайте. Это какой-то босс странный, он просто убегает постоянно. Я не знал, что там плохая. Ну, типа там убрать ту, которую будет, и положить свою, да? Нет, Дим. Уходи. Ты что, все купил? Нет, ничего не купил. А что тут ничего нет? Discharge protects level 6 towards enemies within. Прикольно. Это не то. О! У меня еще есть этот типа щит. Валя черных слез, прикольная штука. Вот у меня она как раз и есть. Ты купил, что ли? Да. Типа можно внутри щита стоять. А, так я могу скинуть, в принципе, какую-нибудь. Ну, в принципе, я готова. Давайте замочим босса. А, и чё, как норм? Тебя ждем. Так я не апгрейднулся еще. Надо было, конечно, взять.
Цветок где еще? Почему? У меня же голос охрип. Может, на всякий случай. Дима. Да-да. Да-да. Мне теперь цинкованное железо надо. Ну вот оно у меня падает в моем мире, в твоем нет. Но у меня вот в этой локе уже начало падать. Я уж себя апнула то, что могла. Какого на железо хватает? Наконец-то. Зато броня полная. Last checkpoint. Да просто решили, чтобы этот... надежнее было. Просто у нас тут с проводкой беда. Блин, завтра на работу неохота. Хотя я как бы на удаленке, грех жаловаться, вообще дома сижу. Все равно работаю. Да нет, можно жаловаться, что грех. Вполне сильно. Так, больше дома. Let's go! Ой, я вижу, что там стоит это. Херотень. Нифига себе. Где она? Ой, прости, пожалуйста. Я здесь ставил хилку и щит, ну ладно, уже поздно было. А щит он только от дальних атак, он все равно пройдет. Блин. Дим, давай я отвлекаю, а ты этот. До свидания. Goodbye. Или не goodbye. Надо он убежал. Какая-то у тебя пятидневка наоборот. Если что... Оп! Я играю вообще во все, серьезно. Шутеры, хорроры, квесты, сувайвалы, соус-лайк игры. А где он? Он застрял! Бьем, пока он застрял. Он разостряла. Разострял? Умри, мразь. Буя. Что нам дали? Что-то дали же. О! Нам дали ключ. Все. Теперь можно пройти дальше. Ну, я думаю, наверное, сейчас пройдем, закончим, потом продолжим, возможно, завтра. Потому что надо уже ко сну готовиться. Еще на стиралку надо, блин, собирать. Да, сейчас стиралку будем собирать.
Стамина Вирджин. О, прикольно, Стамина. Как теперь отсюда выйти? А вон там, с выход. Стамина всё-таки поинтереснее было. Давай, наверное, поставлю. А про что ты готов не работает? Я что-то потерял. Что за хорошо звездочка голова? Не понимать. Feliz Navidad, да-да-да-да-да. Ну туда, наверное. Ну, типа, слабые места. Не обязательно глава. Тоже, типа, мозга. О, я теперь поняла, где мы. В Крайску, кстати, давно не играл. В принципе, как раз раунд пройден сейчас. Включает пройти королю. Да и все, мы с по следующему сюжету дальше идем. Нет. У меня же сейчас она здесь работает, на базе. Вау. No sense. Хотя, конечно, может, я что-то сама не знаю. Может, у меня еще и Ланс есть? А. Да не на Гаргазе, мне кажется, ничего не дал. Вот тут интересно, он дает задание какую-то ерунду ему принести. Я помню, что эту ерунду потом просит другая какая-то сторона. Он дает оружие, вот я у него забирал. Что здесь другое? Интересно. Нет, мы же только сюда первый раз дошли, все. А я в своем мире застряла на том боссе, где этот улей. Мы не смогли его пройти. Ну все, наверное, дадим? Да. Спасибо, да. Спасибо большое, Рома. Если что, присоединяйся. Не наш. Допоздна работает целыми днями. Ну, как получится, присоединяйся. Хорошо. Хотя, может, и её? Да, вижу. Не надо, чтобы Я думаю, тебе понравится. Хорошо, надо будет как Remnant и Star Wars пройду. Ну, спасибо, Микки, что я пока. Если что, подписывайся, все дела. Будешь видеть, когда буду стримить. Надо будет как-нибудь... Thank you guys for watching me. Nevertheless, not a lot of people today are watching me. But thank you anyway, thank you for support. Wish you a good night. See you tomorrow, I think, or in one day. So I hope you'll be okay. Спасибо, ребят, что смотрите, несмотря на сегодня, что людей было не особо много. Все равно спасибо вам за вашу поддержку, вот, за просмотры. Увидимся с вами, скорее всего, завтра или через один день примерно. Так что спите сладко и всего хорошего. Bye-bye.